Я проснулся от тянской желудки. Как советую-то, я хочу есть. Судя на свое, что мой хозяин меня вообще не покормил. Ну что ж, мы идем дальше смотреть, что же у нас в этой игре находится. В эту игру меня попросил поиграть мой подписчик, за что ему большое спасибо. Игра на русском нету, а на иностранном, так что наслаждайтесь, там все есть. Да, ем я очень быстро. Мой хозяин на меня плевать, он где-то покормить меня не в состоянии. Не знаю, в чем тут хоррор, хоррором тут у меня пахнет от слова совсем. Мне написали, что это хоррор. Ну, хоррора я тут не вижу. Вот. А! Зевубунан. Походу, это были не те ягоды, которые нужно есть. Съесть банана. Здорово, банана. Ты чё, как зомби себя ведёшь, блин? Зомби, съесть зомби. Съесть зомби. Съесть зомби. Харт. Да почему? Чё хард? Чё он такой сложный, что ли? Я съем тебя, бля, заебал. Ну иди нахер. В следующий раз я съем. Ты сквозь дерево, ты можешь все это пройти, блядь, ленивый, ленивься, на отъебись. Иди нахуй. Сука, мне тебя убить, что ли? Не убить тебя нахер. Нет, смерть харта. Чё делать-то с ним, блядь? Сзади его убить. Сука, этот пидор не дает мне пройти. Сейчас тебе пизда, уубок. Да заебал. Да ты заебал. Да ты заебал. Хе-хе-хе-хе-хе. Надо было не так. У них одежда, кстати, как его из Купхеда. Какая хорошая игра, мне нравится. Угрязь палочка, берем. Отдай. Алло, детские, вам пиздарики на воздушном сарике. Я глаза твои вижу вообще-то. Они за кумнями спрятались. И как них выключить оттуда? В чем, бля, прикол? А с этих кусты можно? Ха-ха-ха-ха. Почему ты такой вкусный, а? Скажи мне, пожалуйста. О, вот это тут запозосивает. Топор, блядь. Дровосек, что ли, оставил тут свое оружие? Ну, да съесть двоих друзей. Да ничего сложного нет. Сейчас едим. Только надо найти их сначала. Все зломы едят людей, правильно? Масына. Масло, ты тебе ничего не сделал, ты нахера его ломаешь? Чтобы никто не поехал, понятно. Но то, что ты мне двигатель, от этого, блядь, у тебя не получится сделать так, чтобы никто не уехал отсюда. Тут надо более жесткое. Где сегодня хер? Я не вижу его, но будем его искать. Со временем он найдется. Я его вижу. И ты никуда не бежишь. Ебать, ты лох. Ты лох? Ты лох? Ага. Ты лох. Найти последнего. Но он за камнями, я с камня не смогу вам прорубить. Или бы смогу, но за многого я всего тебе не знаю. Предлагаю воспользоваться пчелами, чтобы его выкурить оттуда. Где-то тут они валялись.
Харей повезена. Курьезный факт, почему меня не залит пчелы, очень странно. Что за квадраты? Хорики! Ты! А вот теперь вот эта адаптация пойдет уже под новое. О, как длинная рука у меня. Ебать. Два вида. Но у нас моя тапнуть не происходит. А, вот карта. Чё? А я где? Ну так Масыни. Ну надо найти сначала её. Это типа адаптация игры, только за под 3D. Интересная схема. Можно было так делать самого начала, но у них хотели сделать предысторию. Мне оно понравилось. Какой низкополигональный куст. А вот эти кусты. Рядом с ними ходит ужасная лама, и я не хочу я с ней сталкиваться. Пацаны, вот успейте, хотя как вот в таких палатках можно уснуть? Интерактировать с костром. Уходя, свистнул, свистнул, придурок. Хочет с жизнью, блядь, покончить. Ой, ёбак. Так, топу, эр как ты ресурс на это сделал, да? Да. Маслона тут нету. По низкой херне вижу. Но там она была где-то сбоку. Если сбоку где-то ходить, только тогда маслона убедись. Но тут я ничего такого не вижу. Это медведь? Нет, это собака. Моти, чё её Моти зовут? Найти трех друзей. Найти Масыну свалить. Вот, вот это самое адекватное, чтобы сделал нормальный человек. Может, друзья срать после, то чё, каждого искать будешь? Ага. Кто-то насторожил свою огромную лопату. Нам вот смуглый незащищенный зад. Не хочет свистнуть мне по горбу. У него это не получится. Тут так пусто. Если что, я вооружена. Если какие-то помехи. Какие-то помехи стали. Которых тут не было. Плохо, что меня не показывают на карте. Было бы интересно. Я тебе, бля. Я вас такого зайчика переграл, и меня не испугайся. Самым легким зайчиком оказался Outlast 2. Самым тупым зайчиком оказался Best Insight. Ей, я чё, в гости пришла? К маньяку? Ну, к ламе, она нас убивать будет. И? Ну да, чё, я не яблоко, блядь. Ага. Допустим, интересная скалтика в основном мне понравилась. Третья картинка. Старая история. Да, в начале было очень странно, но сейчас очень круто получилось, кстати. Вы все.